Здравствуйте! Сегодня мы будем делать мастер-класс по изготовлению мыла «Кофейное сердце». Вот такая вот пластиковая формочка, называется «Кофейное сердце». Мы ее будем заливать в 3 слоя. Для этого нам понадобится прозрачная мыльная основа, белая мыльная основа, масло, краситель, отдушка, кофе натуральный. И еще я взяла 2 скраба. Это будет скраб кофе натуральный. И еще скраб для тела, называется скраб виноградной косточки. Все это нам понадобится. Ну, также дополнительный это стаканчик, палочка, спирт. Для начала берем прозрачную мыльную основу, режем ее на маленькие кусочки и плавим. Расплавленную мыльную основу мы добавляем капельку черного красителя. И также добавляем 2 варианта нашего скраба. Это скраб виноградной косточки и кофейный скраб. Все это хорошенько мы перемешаем, также капнем немножко отдушки и перемешиваем. Вот такой вот у нас скраб получился. И будем аккуратненько, но быстро заливать в нашу пластиковую форму. Это будет наш первый слой. Это кофейные зерна. Заливаем по контуру. Быстро, пока основа не застыла, потому что ее достаточно мало получилось. И вот так вот аккуратненько. Вот она уже застыла. Вот такой вот нижний слой получится у нас. Или верхний. Теперь берем расплавленную белую основу. Мы ее плавили в том же стаканчике. Поэтому она немножко кофейного цвета получается. Добавляем туда масло. Добавляем ароматизатор. И все это тщательно перемешиваем. Чтобы у нас хорошо получилось все. Так, перемешиваем, и наша формочка застыла уже хорошенько, процарапываем ее, тщательно процарапываем, чтобы слои скрепились, процарапали. Все это сбрызнем спиртом и зальем нашим 2-м слоем. Напомню, 2-й слой это белая основа, расплавленная в том стаканчике, в котором был верхний слой. Поэтому она такого кофейного цвета получается. Заливаем, пилим немножко пузыречка, сбрызгиваем их спиртом, и они пройдут. Все, оставляем остывать. Теперь мы берем нашу белую основу и режем ее на кусочки. Это уже будет наш последний слой. На маленькие кусочки отправляем плавить. Последний слой у нас будет чисто белым. Процарапаем застывшее мыло уже. Я царапаю звездочки, дабы это было красиво, когда мыло смыливается. Сбрызну их сейчас спиртом и буду заливать самый последний слой. Это у нас будет белый. Таким образом у нас получится 3-слойное мыло. Все, застывает. Все, наше мыло застыло через некоторое время. И вот такая красота получилась. 3 цвета. Кофейные зерна отдельно. Дальше такой шоколадный цвет. И белый, достаем ее из формочки и получаем вообще чудесное мыло, ароматно пахнущее, надеемся. А тем более скраб смывает хорошо всю грязь нашего тела. До свидания!